Кургане встал вопрос о реорганизации и укреплении дорожно-строительных управлений для повышения эффективности их работы и участия в конкурсах. Сегодня в Заурале работают 4 крупных дорожно-строительных предприятия. В основном они обслуживают федеральные трассы. Остальные 20 со средней прибыльностью занимаются обслуживанием региональных и муниципальных дорог. Всего в дорожной отрасли занято около 1800 зауральцев. Главной целью изменений является увеличение мощности внутреннего резерва предприятий для их участия в крупных тендерах и конкурсах и заработка средств. Планируется сохранить коллективы и материальную базу. Изменения коснутся только юридических лиц. Более крупные дорожные строительные управления смогут активнее заявляться на тендеры, а также экономить на закупке материалов. Для разъяснения всех положений возможной реорганизации в предприятиях уже ведется информационная работа.